Всем привет, это YouTube канал Drive Your Life. Недавно мы гуляли по Киеву и на набережной Русановского канала увидели вот таких смешных чуваков в лодке с пиратским флагом. Ну, показываем их вам просто ради прикола, а если же вам действительно интересна история пиратства, уклад их жизни пиратов, о том, как судили друг друга пираты и за что, в общем, все, что связано с пиратством с точки зрения не фантастики и литературы, а именно истории, то буквально полтора месяца назад произошли дилетантские чтения именно на эту тему, и на YouTube-канале «Дилетант» выложена эта передача. Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов очень интересно на этот счет рассказывают, и ссылочку я в описании к ролику обязательно помещу, пройдите, посмотрите. А в Киеве, как видите, тоже можно совершенно неожиданные вещи увидеть. И поэтому подписывайтесь, кто не подписан на Drive Your Life. Покажем вам еще много нового и интересного. Ну а пока всем до новых встреч. Ставьте лайк. Счастливо.